Друзья, посмотрите, вот заехал в Леруа, хочу плитку взять на стол обеденный на улице. 60 на 60, но 60 на 60 страшно, я вот 60 на метр 20, у меня стол из двух плиток 60 на 60, но я распилю, чтобы они не лопали. Посмотрите, какая красота, ребят, посмотрите, какая красота, сколько цветов. Глаза ломаются. Но я вот на это слово остановился. Возьму ее. Потом вот так вот ее чик напополам. И на стол, чтобы она играла, чтобы она не лопнула. Кому интересно, завтра сделаю видео, покажу, как это я делаю. Оригинальный столик для улицы, который не будет никогда убираться в дом. Всегда стоит на улице под рукой. Ну все. Загрузил вот так вот. Как раз получается 1,20 м на сиденье. Главное, лежа не ложить. Пусть стоя. Вот такой столик, ребята, стоит больше 10 лет. Но я уже давно хотел сменить старые. Она уже шершавая. Все на силиконе смотано. Видите, вот у меня в этом году отдыхающий был. Уронил. Психованный какой-то алкаш попался, разбил. А так бы все стояло бы, но я все равно бы его сменил бы. О. Вот каркас еще один. Классные столики на улице. Подождем, ничего. Вот начну делать. Я вас обманул. Завтра я не покажу, потому что сейчас позвонили, там лестницу надо делать. Навес, работать. Работа, привившись всего. Денежки нужно зарабатывать. Всем удачи и добра.